Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 9. Вырази в одинаковых единицах измерения и сравни. 58 сантиметров меньше 1 метра, так как в 1 метре у нас 100 сантиметров. 58 сантиметров меньше, чем 100 сантиметров. 2 метра 7 дециметров больше 120 сантиметров, потому что 2 метра – это 200, а 7 дециметров – это 70. Получается 270 сантиметров больше, чем 127 сантиметров. Поэтому 2 метра 7 дециметров больше 127 сантиметров. 4 дециметра квадратных – это 400 квадратных сантиметров, так как в одном квадратном дециметре 100 квадратных сантиметров. 400 квадратных сантиметров больше, чем 250 квадратных сантиметров, поэтому 4 квадратных дециметра больше 250 квадратных сантиметров. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.